Дякую всім, хто залишається з нами на телеканалі «Київ». Третя частина нашої програми «Корисні поради». Сьогодні для всіх вас меблевий кураж і поговоримо про кухні. Ну, вже в минулому ті часи, коли у меблів в магазинах не було вибору кухонних меблів. Однакові стандартні моделі, розміри, одноманітна кольорова палітра. Тепер, обираючи кухонні меблі, ви не обмежені. І часто після прийняття рішення про покупку нових кухонних меблів люди губляться і не знають, з чого розпочати. У багатьох сучасних людей кухня не тільки місце, де їдять, а й зустрічаються з друзями, проводять час з сім'єю. Тому велику увагу, коли ми оновляємо меблі або взагалі в'їжджаємо в квартиру, ми приділяємо саме кухні. Як обрати меблі для кухні, будемо сьогодні говорити, тому прошу за кілька секунд розпочинаємо. Попереду у нас з вами 30 десь хвилин, ой, ні, напевно, що менше, 20 хвилин прямого ефіру, перепрошую. Готові будемо всіх вас послухати. У нас у студії Андрій Барчук, експерт по підбору меблів, 223-09-71. Говоримо про кухні, про меблі саме для кухні, це зрозуміло, логічно. Ціни, можу відверто сказати, підскочили нереально, взагалі на всі меблі, в принципі, так само, як і на інше все, але на меблі чомусь так досить суттєво, тому, якщо вже вирішили навіть купити, придбати, хотілося, щоб ви купували якісний в даному випадку товар, тому прошу, готові будемо всіх ще раз послухати. 223-09-71. Добрий день. Добрий. Я рада вас бачити, по-перше. Дякую, що знайшли сьогодні час. Але чому так? От правда, якось кухню вибирати, от вам можу з власного досвіду, найважче вибирати кухню. Чому? Не всегда кухню выбирать сложнее, но потому что это многофункциональное помещение, и все зависит от того, какие функции она должна исполнять. То есть если вы в основном, грубо говоря, трудоголик, и у вас не очень большая семья, то, скорее всего, выбирать вам кухню очень просто. Там должна быть плита, там должна быть мойка, вытяжка, то есть она немногофункциональная и, скорее всего, простая для того, чтобы легче было за ней ухаживать. А если у вас большая семья или вы любите готовить, то в этом случае она должна быть и оснащена, и удобной, и чтобы легко было за ней ухаживать. Mm-hmm. То есть выбор начинается не с того, сколько должна стоить кухня или какая она должна, а с того, что она должна делать. Функционал, да? Да, потому что самое большое развитие претерпело именно функциональность кухни, потому что тенденция по красоте фасада, по визуальному эффекту, наоборот, в последние годы как-то нивелируется. То есть люди выбирают сначала функционал. То есть, что должна уметь? Должна, допустим, содержать духовку, поверхность, вытяжку, встроенный холодильник, каменную столешницу, а уже потом идет набор красоты, такое, как там, допустим, фотопечать, натуральное дерево, каменное, какие-то столешницы. Что такие фотодруг? Фотопечать сейчас очень в моде. Это на фасадах идет печать изображения ультрафиолетом. И, допустим, сверху у вас... орхидеи, допустим, растут, выросли. А снизу це фасади фотодруг, такі, да? Щоб я не думала, очень що много. Це вже такий варіант готовий. Ні, це зараз очень-очень в моді, це зараз очень легко делается, це довговічно, це износостойко і очень-очень красиво. Там можна зобразити щось родное серцю. Тобто, зробити кухню неповториму, не таку, як у всіх. Фотодруг на будь-якому матеріалі може бути? На в основному зараз йде на білих матеріалах, але, скоріше всього, в майбутньому це буде. Зараз дуже в моді 3D-наборка фасадів. То есть МДФ-ный фасад выкладывается и изображение в 3D, потом только обтягивается пленка, и получается очень тоже интересная и неповторимая кухня. То есть сейчас в основном почему-то идет отход от натуральности, потому что фасады, требования к кухням с каждым годом все больше и больше развиваются, чтобы они были химически износостойки, чтобы легко было убирать. Да и сама тенденция идет к упрощению, то есть люди больше обращаются обратно к природе, то есть эко-стиль снова в моде. То есть, но это не обозначает, что все должно быть исключительно натурально. Натуральное дерево очень прихотливо в использовании, в эксплуатации. Во-вторых, как вы правильно заметили в начале программы, это безумно дорого. То есть есть материалы, которые
и функционально, и по красоте заменяют дерево, но при этом стоят немножко дешевле, и с ними легче жить. Люди сейчас хотят больше жить, то есть убирать кухню, ухаживать за ней, потому что за деревом нужно ухаживать. Это уже такие вибагливые аристократы, дерево все одно ж будут продолжать купувати будут, с дерева. Будут, конечно же. Это що... любители, ценители да. дерева всегда останутся во все века. Погодьтеся, что они завжди будут. Я бы не хотел колись хай-тек. Переплюнути, вибачте за слово, дерево не вийшло. Все сам хай-тек чистый тоже немножко сейчас не приветствуется, потому что это стиль больших домов, лофтов и всего остального хай-тек. Скорее я бы назвал это современный стиль, близкий к минимализму, близкий к эко-стилю, близкий к какому-то немецкому функционализму. То есть во главе дизайна в основном сейчас стоит функциональность, простота использования. То есть люди хотят оставить время для жизни. Вот. Во-вторых, то есть поэтому самое большое как бы, внимание уделяется фурнитуре и скорее даже вот именно самой встроенной технике. То есть чаще всего это именно встроенная техника, зоны хранения, это хорошая фурнитура, механизмы, которые позволяют легко открывать, легко закрывать. И самое главное, чтобы они, самое главное, не ломались. Это, наверное, как и в машинах. То есть основное – это функциональность, а уже потом наводится красота. Ну, мы как звикли выбирать? Приходим, сподобалось, потом начинаем уже думать, чи то функционально, чи, можливо, что-то изменить. В принципе, выбор, на самом деле, меблей достаточно потужный сейчас. Правда, ничего… Очень. Нет, не ограничено никакой фантазией. Треба пошукати, знайти, можно найти все, что хотите. Можно найти фасады, отделанные камнем. Можно фасады, отделанные шелком, тканями, чем захотите. Это только ваша фантазия. То есть делает все. Единственное, что лучше спросить специалиста, будет ли это удобно в использовании, долговечно ли это. Можно встроить всякие стразы Сваровски, можно встроить вкрапление чего-то, тот же самый фасад из МДФ, а в него вставлены какие-то перламутры. А можно, чтобы кухня сама готовала, нет? Чтобы кухня сама готовала, не можно? Нема почему такого? Есть такие умные кухни? Есть же духовки, смарт-духовки, которые вы задаете в программу, одним нажатием клавиши она вам приготовит и ну, курочку, треба, и все остальное запечет мясо. Продукт треба ж поставить? Да. А я жартую. Всякие мультипечи, знаете, какие сейчас существуют? Только засыпал, он испек хлеб, сварил суп, сделал кашу, сделал пудинг. То есть без проблем. Кофе, одно нажатие, оно сделает латте. Сейчас техника умная, и это, наверное, в действительности, это и есть как бы цель человечества сделать жизнь проще и оставить время для того, чтобы мы занимались меньше бытом. И... Андрій, як розрахунок іде за кухню? Оце те, що часто люди приходять, побачили кухню, там ціна одна стояла, їм все сподобалось, а потім, коли вони починають питати, ну, це, чесно кажучи, це неправильно і магазини роблять, треба вже тоді пишіть там, за як розрахунок іде. А то поставили ціну, люди запитують, а їм кажуть, не, ну у нас оплата за погонный метр. Так и залишается зараз? Смотрите, нет, сейчас уже очень это сложно, но поймите, для того, чтобы клиента сориентировать первоначально, плюс-минус, сколько будет стоить его как минимум коробочки. Угу. То есть корпуса, угу. дверки, без сильно какой-то навороченной дополнительной фурнитуры, без стоимости техники и без стоимости какой-либо волшебной столешницы. Поэтому кухонщики говорят, цена погонного метра, там, допустим, столько-то, столько. Я не буду говорить в этом, потому что сейчас среднего ничего не существует. В разные фирмы позиционируют себя в разных сегментах кухонного бизнеса, поэтому у одних это начинается там от $1000 за погонный метр, итальянские кухни там от €1000 за погонный метр, украинские немножко чуть дешевле. Но они называют в погонном метре в основном стоимость именно вот боковушечек, перегородочек, полочек, дверочек самых недорогих и столешницу. То есть они пытаются не испугать клиента сразу. Но когда клиент говорит, я уже хочу там фотопечать, я хочу каменную столешницу, я хочу дорогие хорошие механизмы задвигания, там, открывания, бесшумное, все остальное. Это все идет поверх погонного метра. И обычно это поверх может достигаться в 3 раза дороже, чем озвучено первоначально. То есть первоначально это не кухня,
а только основа кухни. Основа кухни может измеряться в погонных метрах, потому что невозможно что подробить много. Дробление ящиков, допустим, верхних и нижних, идет пропорционально ширине самой кухни и варьирует там от 30 сантиметров до 60. Там бывает 90, более выдвижные, но тогда и фурнитура сама будет более дорогая. То есть кухонщики предупреждают, ниже какой цены не будет. Но выше какой цены, это только Господь Бог знает, что там наворотится. Ну, я розумію, що максимально бути може все, що завгодно. Правда. Да, это так же, как, допустим, мойка нержавеющая стоит не меньше, чем такая-то стоимость. Такая. Она там бывает броширована, она бывает микро какой-то рисунок у нее, или там еще дороже будет каменная мойка стоить, а еще дороже будет прямо мойка, сделанная и в столешнице. То есть есть не минимальная цена, но нет максимальной. Так, 10 хвилин прямого ефіру. Там щось дзвіночки були, не по темі, шкода, напевно. Давайте, у нас в кухні. Дуже хочеться, щоб ви зателефонували. Скажіть мені, будь ласка, а які матеріали екологічно чисті? Ми можемо, ну, в принципі, порадити глядачам, з чого краще обирати, щоб кухня була зелена? Звісно ж, МДФ. Зараз дуже добре. Сама МДФ-на пленка претерпіває дуже сильних змінень. Вона більш зносостійка. Клея, якими приклеюються на МДФ-ну основу, вони чаще всього екологічно чисті, тому що зараз всі борються за МДФ. Не боятися. Наоборот, стремиться на МДФ. Чому? Тому що сам по собі МДФ не содержит вредных веществ. МДФ – это мелкодревесная фракция сосны и ели, которая при сжимании, при огромной температуре и давлении выделяется клей лигнин, который склеивает эту пыль, и получается ровная, хорошая поверхность, которую легко можно фрезеровать, шлифовать, резать, все что угодно с ней делать. Самое главное, она не токсична. То есть не выделяется никаких формальдегидов и все остальное. Дальше, то, что я говорил, что 3D-наборка. То есть на плоское полотно, которое отфрезеровано, допустим, по краям, посередине вы можете выложить любой узор, приклеить, и дальше его просто термически нанести пленку, и она легкая. То есть сам материал получается долговечный, недорогой и очень-очень красивый, потому что цвета и фактуры пленок сейчас неимоверно интересные. Сама основа гладкая, дешевая, а уже пленка может быть и текстурированная, и ну, все, что захотите. А столешни, какие зараз пропонуете? Сколько раз про них задали? Ну, я разумею, что они разные, может быть. Ну, если вы хотите, чтобы кухня была долго, конечно, уже лучше нужно поднакопить на искусственные акриловые камни. Они существуют разные. Штучные акриловые камни, он так и называется, да? Не, ну, она искусственный камень, просто в народе называется. Угу. А в основном основа идет акриловая смола, в которую добавляется крошка. В зависимости от количества добавления этой натурального камня в столешницу, увеличивается износостойкость, ну и, соответственно, пропорционально растет и стоимость столешницы. Они гигиеничны, они практичны, они без стыков, то есть сама столешница становится более защищенной. Единственное, что там на ней, чем меньше камня, нельзя будет резать, остаются порезы. И нельзя ставить что-то типа, ну, очень сильно горячего. Но если это, допустим, сделанная столешница из кварцита, то она уже почти идеальна. То есть столешница из ламинированной ДСП, которая была раньше, можно. Но она обязательно должна быть влагостойкая, содержащая прорезиненное вещество в середине самой столешницы в производстве. И сам пластик должен быть достаточно толстым и... Ну, он должен быть современный. То есть, чем дешевле столешница, тем меньше она прослужит. Хотя, если вы очень аккуратны, то можно поставить любую столешницу, ухаживать, чтобы на стыки не попадала влага, не ставить горячее, не ставить что-то очень там, не резать на ней. Тогда проблем не будет. Но если есть возможность, поставьте камень, пусть даже недорогой. Их сейчас очень много, потому что сейчас есть и китайский камень, который заходит, и есть какие-то турецкие камни. Ну, самое лучшее, это, конечно же, все равно европейский. А украинские кухни непогані, есть варианты, правда? Украинские кухни, ну, то есть, такие же самые, как и современные, потому что сейчас станки, которыми они делаются, ну, все равно за рубежом. Если это плита ДСП, которая применяется для изготовления кухни, то, скорее всего, она будет применяться тоже иностранного производства, хотя не надо бояться и украинского производства плит ДСП. А фасады в основном как раз и делаются в Украине. МДФ и дерево сейчас в основном именно украинское продается чаще всего. Угу. Так, 5-6 хвилин, якщо буде бажання, готові все одно будемо вас послухати. Так, але ж не буває, що ще може бути
такі, як світильнички, щоб були. Це теж все окремо, правда, можна замовляти, щоб підсвітити. Світильнички верхні, слава Богу, може бути, вже і не нужна, канули в літу. Верхня подсветка, это уже не писк мода, и во-вторых, люди, они освещают слишком локально, а вот нижнее освещение, это почти как норма. Под нижними ящиками должно находиться освещение, которое лучше всего, чтобы там оно было светодиодным, которое будет хорошо освещать поверхность самой столешницы для работы, потому что верхнее освещение своим телом вы закрываете частично, ящики закрывают. То есть даже днем иногда между двумя ящиками получается полутень, потому что своим телом вы от окна закрываете свет. Поэтому очень неплохо. Сейчас есть такие современные светильники, которые без выключателей просто на движение руки действуют, светодиодные, не потребляют электричество. Можно просто их даже никогда не выключать. Очень интересное вправление в нижний ярус ящиков светодиодного шнура, который дает и красивую подсветку, и этот... Стеклянные фартуки, которые вместо плитки. Вот сейчас про фартук еще поговорим, что это такие, потому что часто чуешь. У нас есть дозвонивач, говорите, будь ласка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вытяжка тоже как бы имеет отношение к кухне? Конечно. Какая она должна быть, чтобы она не только смотрелась в контексте с кухней, а и эффективно работала и украшала кухню? Вытяжка – это не украшение. Это очень функциональный прибор, который является одним из основополагающих, чтобы ваша кухня прослужила как можно дольше. Дело в том, что вытяжка должна работать тогда, когда у вас работает обязательно плита, либо, допустим, включен чайник, который у вас не сам выключается и долго пороет. То есть она защищает от тех невидимых брызгов жир, которые вы даже не видите. Вы можете очень аккуратно, допустим, жарить на сковородке, но все равно с частицами влаги, испаряющейся пара, выделяется и жир. Этот жир, ну, там в простонародье называют иногда лэп, оседает на стенках фасада, который удалить потом очень-очень сложно, не нарушив саму верхушку фасада. Поэтому вытяжку старайтесь брать. Во-первых, она должна быть по ширине больше, чем поверхность, на которой вы готовите. Если у вас поверхность 60, то вытяжку старайтесь взять на 90, потому что брызги и все остальное имеют вот такое распространение. Соответственно, чтобы захватить, вытяжка забирает вот так. Она не тянет сверху вниз, потому что иначе тогда весь жир окажется в самой вытяжке. Там прорези сделаны так, чтобы они по бокам захватывали воздух и капельки. И вытяжку лучше всего делать, может быть, даже не красивой, а более встроенной внутрь мебели, потому что ухаживать за поверхность самой вытяжки иногда очень сложно. Поэтому выбирайте вытяжку, которая будет соответствовать кубометражу вашего помещения. Обычно это высота потолков умножить на площадь поверхности кухни и умножить на 10, если у вас газ, и умножить на 7, если у вас электрическая поверхность. А вообще лучше, чтобы она имела запас, потому что там обычно есть регулятор либо ползунковый, либо кнопочный, либо такие штуковины. И можно будет выбрать режим там. На единичке она немножко меньше тянет, на двоечке чуть больше, на троечке еще больше. То есть вытяжку выбирайте обязательно. Это не бутафория и не красота, это функциональный прибор. Вытяжка должна находиться от поверхности электрической плиты минимум на высоте 70 сантиметров, но не выше 90, потому что если ниже, то когда у вас ничего не стоит на поверхности, очень сильно быстро нагреваются алюминиевые фильтры, которые, если продолжать нагревать, то в этом случае обмотка мотора может скоро выйти из строя. Так, сколько у нас часу залишилось, я так не вижу? А если выше, то просто не будет хватать воздуха. То было 2-4. Так, фартук, повертаючись, я так розумію, що фартук – це те, що это у нас знаходиться між столами і верхніми шафочками цими, да? Все равно самое лучшее, чтобы это была плитка. Если вы уже не хотите плитку, хотите что-то такое, это могут быть стеклянные фартуки, но очень сильно нужно смотреть на гидроизоляцию. Стекло – очень холодный предмет. Ну, да, врачи. И если туда попадает влажный воздух, капельки конденсируются именно за стеклом и стекают под столешницу. Может быть, взбухание столешницы этот. Очень красиво смотрится из того же самого акрилового камня. То есть переходящий фартук из столешницы вверх. Поэтому фартуки, ну, лучше всего плитка.
Самый-самый лучший, самый износостойкий, самый неприхотливый. Mm-hmm. Не забывайте, что зона над выемкой вытяжки тоже должна быть покрыта фартуком. Раньше были очень модные всякие стеновые панели, но они функционально должны быть очень грамотно сделаны, и они стоят все равно дороже, чем плитка. Нині як зазвичай? Оплата береться ж наперед, певна частина предоплати є, да? 50% обычно берется предоплаты. Меньше не хватает на закупку материалов, если брать больше, ну, это в зависимости от требований самого предприятия, которое это, ну, обычно берется от 50 до 70% предоплаты, и обычно вторая часть выплачивается до установки кухни, потому что сами предприниматели менее защищены, чем хозяева. Но по договоренности сторон это может быть... Оплата и после установки, или какая-то часть остается на установку. Тут по-разному. Договаривайтесь со своим производителем. Я думаю, что всегда найдете общий язык. Ну, главное, чтобы привезли. Бывают випадки, это зараз не до вас. А это уже юридично. Уже нет. Поднимем. Уже легче произвести, чем попасть под статью аферизм, конечно же. Бывает. Если уже человек взялся, то он знает, потому что разовая выгода от одной кухни никогда не перекроется от реноме, которая сразу же портится, если человек хоть одну кухню не сделал сейчас. Через Facebook, через соцсети сразу же расползается этот, и бизнес просто накрылся. Так, дуже рада была вас бачити, правда. Ну, от правда, давно не було вас, рада вас бачити. У нас у студії був Андрій Барчук, експерт у підбору меблів. Ми цю частину завершуємо. Далі передаємо слово інформаційній редакції. Новини і новини спорту для всіх вас. Після того повернемося до прямого ефіру. Готові будемо з вами спілкуватися. І сьогодні дещо вводимо теж зміни до проєкту, який у нас іде о 15.15. Ми додаємо, тепер будемо говорити про виборчу кампанію 2015 року. Я нагадаю, що 25 жовтня місцеві вибори. Окремі політичні сили вже подали документи щодо реєстрації. Поки що, насправді, одна така політична сила і один лише кандидат, бажаючи стати мером у столиці, теж подав документи на реєстрацію. Реєстрація відбувається з 21 вересня, тобто від учорашнього дня до 30 вересня включно. Звертаю на це увагу. Так, ми ж продовжимо після новин спорту. У нас у студії буде В'ячеслав Ковтун, директор Центру досліджень суспільних процесів. Будьте з нами, не перемикайтеся.